О получении лицензии штата Нью-Йорк для предоставления функционала по покупке и продаже биткоина своим пользователям объявил американский финтех-стартап Square, созданный основателем Твиттера Джеком Дорси. Платежная компания Square поддерживает биткоин с января, когда впервые запустила поддержку криптовалют в определенных штатах. Square – девятая фирма, получившая биткоин-лицензию отдела финансовых услуг Нью-Йорка, сообщает Reuters. Опубликованная информация стала причиной роста акций Square почти на 1,3%.